настрой боевой, как всегда. Всегда как бы стараемся играть на победу. Не всегда сейчас получается, но я думаю, будем исправляться. Вот. Как проходит подготовка? Ну, в стандартном режиме недельный цикл, он, в принципе, всегда повторяется, поэтому в стандартном режиме, так сказать. Чего не хватило команде в первых матчах, потому что голов не было ни в Кубке с «Зенитом», ни в первых двух играх после возобновления сезона. Хотя, вроде бы, на сборах в Турции достаточно результативно все было. Ну да, да, если честно. Ну, я думаю, наверное, мы мало атаковали в любом случае, мало простреливали сланговых передач, мало били. Я думаю, в этом проблема. Сейчас как на этом, над этим компонентом на тренировках работаем. Я думаю, результат будет чуть другой. Ну, поменяем чуть-чуть, наверное, стиль игры. Я так считаю. Если не секрет, в чем он может поменяться? Ну, более играть агрессивно, более простреливать слангов, как-то атаковать, бить поворотом. Будем как-то в этом направлении стараться действовать. В целом настроение, обстановка как в команде? Потому что понятно, что турнирное положение не лучшее, но Все равно у нас есть шансы в любом случае. Мы будем цепляться за каждое очко, поэтому, думаю, положительно. Ну и, в общем, настрой в команде хороший.